Три года колонии за четыре человеческие жизни. Поставлена точка в деле о страшном ДТП, которое случилось 12 марта на трассе Салехард-Сургут. Тогда лоб в лоб столкнулись КАМАЗ и Ленд-Крузер. Погибли четыре человека. Все они были сотрудниками сервисной буровой компании. Напомню, водитель КАМАЗа, только выехав на полосу встречного движения, заметил внедорожник, но было уже поздно. К слову, он единственный, кто выжил, а вот водитель большегруза предстал перед судом. Вести Ямал сообщают, что статья, по которой квалифицировано преступление, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Но дело рассматривалось в особом порядке. Наличие детей, младшему из которых всего год, а также признание вины и раскаяние перед потерпевшими, стали смягчающими обстоятельствами. В итоге подсудимого приговорили к 3 годам колонии общего.